Жил один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей, и волос у него тоже не было, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта, и носа у него тоже не было. У него даже не было рук и ног, и живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего не было, так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше мы не будем больше о нем говорить.